может быть круче, чем челлендж 100 слоев еды? Конечно, ничего. Особенно, если это челлендж на мультидом. Будет очень весело! Маловат сэндвич. Хотелось бы побольше. У меня больше, но мне все равно мало. Конечно, потому что вы все должны завидовать мне. У меня сэндвичи больше всех. А начинает, как всегда, тот, у кого меньше всех. Эмма, ты первая. Хорошо. Пусть сэндвич маленький, но зато вкусный. Фу, какая неаккуратность. Зато быстро и вкусно. Лили, теперь твоя очередь. С удовольствием. Пожалуй, я свои бургеры съем за раз. Уверена, они очень сытные и вкусные. Да уж, теперь куски бургера не только у тебя во рту. Они везде. Потому что я не смогла устоять перед этими сэндвичами. Они такие аппетитные. Каждая помидорка просто невероятно вкусная. И неважно, откуда я ее ем. Откуда хочу, оттуда и ем. Значит, теперь моя очередь. Кажется, мне пришла идея, как я буду есть свою вкусняшку. Чтобы не есть бургеры кучей, я лучше выстрою из них огромную башню. Так будет гораздо удобнее и эпичнее. Смотри, чтобы она не упала. Спокойно, все будет окей. Я очень аккуратно. Я же предупреждала. Ну и ладно. Вообще-то так тоже очень вкусно. О, нет. Только не перец. Кажется, это именно он. Да не один. Девочки, скажите, что мне кажется. Мне же не придется есть эту кучу. Мне плохо, я падаю. Стоять! Не переживай. Я первый попробую свой перчик. Надеюсь, от одного ничего страшного не случится. Ай, ай, горячо! Очень горячо! Нужно чем-то это срочно запить! Фу, так гораздо лучше. Но перец острый. Эмма, теперь твоя очередь. Уже? Моя очередь? Ладно, надеюсь, я справлюсь. Погнали! Ой, ой, ой! У меня внутри пожар! Я чувствую, как вся горю! Как же остро! Держи молоко, чтобы потушить пожар. О, после молока сразу становится легче. Оно и правда очень помогает. А теперь я должен съесть свою огромную кучу! Если что, передайте маме, что я ее любил. Как же остро! Это невозможно вытерпеть! Так остро, что глаза из орбит вылетают! Какой ужас! Бедный Энди! Да, я очень бедный! Мне срочно нужно молоко! Много молока! Наверное, ничего острее я в жизни не ел. Больше я никогда не прикоснусь к таким перцам. А, лицо жжет! Я падаю! Да, у Энди больше всех не повезло. Так мало мороженого, но такая огромная ложка. Зачем? Что бы ты спросила, а мне вот идеально повезло. Нет, это мне повезло. Смотрите, какое большое у меня ведро. Правда, ложечка у меня тоже маловато. Эй, Энди, ты чего такой довольный? Ой! Ты просто мне завидуешь, злюка. Еще чего. Я просто хочу спокойно поесть. Только вот ложку в ведро засуну. Нет, что-то моя ложка совсем велика. Зачем мне она вообще? Можно же есть гораздо удобнее пальцем. Смотри на нее. Ест пальцем, как маленький ребенок. Точно. Вообще-то это не смешно. Есть пальцем очень удобно. Вы просто ничего не понимаете. Жалко, что мороженого так мало. Зато можно бросить ведерко в Энди. Вообще-то это очень больно. Но сейчас я забуду обиды, потому что буду есть любимое мороженое. Это так вкусно, что остановиться просто нереально. Странно, но раньше я никогда не пробовал этот вкус. Теперь он мой самый любимый. Куда ты так торопишься? Все мороженое липнет к твоему лицу. Это некрасиво. Вы просто мне завидуете. Мне было очень вкусно. Энди Бородач! Ты бы лучше ела, а не болтала. Я буду есть. Вы только гляньте, сколько же там мороженого.
Но такой маленькой ложкой есть я буду до утра. Ну ладно, начну. Вкусно. Давай, давай. Да, видимо, ждать нам придется долго. Ждите, я пока все не съем, не успокоюсь. Ой! Эй, Эмма, смотри, что стало с Лили. Она замерзла. Да уж, вот до чего доводит жадность. И это все? Одна мелкая конфетка? У меня немного больше, но все равно мало. У меня вообще пустая тарелка. Это что за несправедливость? А, смотри-ка, и правда пустая. Я думал, что нам с Эммой не повезло. Да уж. Ну ладно, пора есть. Чтобы есть дольше, нужно просто откусывать от конфетки маленькие кусочки. Но она все равно очень быстро кончилась. Ничего, можно взять пару конфеток у Энди. Нет, нельзя. Энди и сам с удовольствием съест все конфетки одним волшебным способом. Нужно просто их кинуть. Вау! А теперь можно не торопясь съесть каждый Скитлз. Ого, прикольно. Класс! Браво! Ты молодец! Спасибо, я знаю. Зон? Но зачем он мне? What? Наверное, его нужно раскрыть. Это логично. Хотя зачем его раскрывать, если на небе нет ни облачка? Смотрите! Кажется, сейчас будет дождь! Вот это да! Это же настоящий конфетный град! Как же круто! А я уж думала, что меня обделили. Оказывается, у меня конфеток больше всех. Целый зонт набрала. Да уж, нас тоже немного побило этими конфетами. Немного? Да у меня теперь этот Скитлс везде. Даже в уши забрался. И не говори, во все дырки успел залезть. Не ругайтесь, зато теперь мы все вместе можем съесть столько Скитлса, сколько захотим. Ну вот, один мармеладный мишка. У меня немногим больше, но все равно прикольно. Зато у меня целая гора, огромная куча мармеладных мишек. Дашь попробовать? Ну уж нет, своих пробовать будешь. Сначала я. Смотрите, сейчас покажу настоящий цирковой трюк. Круто! Молодец! Этими мишками можно еще и играть. Смотрите, мои сражаются. Энди, ты ведешь себя хуже ребенка. Да? Ну и ладно. Тогда самое время поставить мишек в ряд и съесть. Мои мишки-солдатики! Какие же они вкусные! Ну, как вам? Скажите, что это было круто! Да ну вас! Вы ничего не понимаете! Теперь пришел мой черед! Эти медвежата такие мягкие! Так и хочется их жамкать! Что-то не так! Почему они превратились в эту мерзкую массу? Потому что их надо есть, а не руками мять. Ах, вы так! Смеетесь надо мной? Тогда вот вам немного жижи, чтобы ваши руки слиплись с моими. Ну и гадость! Фу! Теперь не отмоемся! Так вам и надо! Как мы и обещали, это очень круто и весело. Если хотите еще больше таких же захватывающих роликов, то оставайтесь на Мультидо. Ничего не пропускайте. Тогда хорошее настроение вам обеспечено.